Секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий выслушал просьбы люберчан. Вместе с ним способы решения житейских проблем искал депутат Мособлдумы Владимир Жук. Личный прием жителей округа состоялся в городском офисе партии. Это мы сделаем. Я не вижу проблем. На каждый вопрос нашелся ответ. Обсудить насущные проблемы в приватной беседе с представителями партии власти записалась Людмила Бондаренко. Она входит в число председателей Люберецкого всероссийского общества инвалидов. Несколько лет просит выделить помещение в микрорайоне «Высшая школа» для встреч со своими подопечными. Пока безуспешно. Я одна из 16 председателей по нашему люберцам по городу, не имеющая помещение для того, чтобы принимать инвалидов. Я не могу их пригласить даже на день инвалида посидеть, попить чай, поговорить. Всего представители «Единой России» взяли на карандаш чуть менее 10 вопросов. Среди основных тем – лекарственное обеспечение инвалидов, вывоз мусора, благоустройство округа. Люди, которые приходят за помощью и поддержкой в партию, обращались непосредственно к секретарю, а не к каким-либо другим людям. Потому что секретарь, он же глава, он имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы решить проблему, с которой обращается человек. Решение одних проблем нашлось на месте, другие же требуют подробного изучения. К исполнению просьб жителей округа приложат руку компетентные специалисты. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Хорошо. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.